Нет, это не картинка на открытке. Это улица Воровского после капитального ремонта. Некогда серый район словно раскрасили акварелью. И теперь его украшают дома приятных бежевых оттенков. Практически на всех центральных улицах Сочи капитальный ремонт домов уже сделан. Особенно хорошо это видно со смотровой башни на Альпийской. Уже через полгода обновленную кровлю и фасад получат абсолютно все здания в зоне международного гостеприимства. Свежий образ гостевые зоны получили за счет олимпийской программы, но и отдаленные районы тоже не остались без внимания. Правда, для этого властям пришлось выделить дополнительные средства из городского бюджета. Так только на дома в Адлере потратят почти 40 миллионов рублей. Мы максимально уже сделали, я думаю, что при том нет такого, что вот как там в других городах, что вот гостевая часть, она великолепна, а вот там как-то как-нибудь. Я хочу сказать, что мы пошли по пути такому. И улица Донская, и улица Чехова, и Макаренко, и КСМ, и другие районы, они ремонтируют. За последние годы на курорте привели в порядок 700 многоэтажных жилых домов. Еще 100 находятся в работе. Многие дома не ремонтировали с года постройки. Фасады не только покрасили, но и утеплили. Практически везде поменяли кровлю. На некоторых подъездах наконец установили козырьки. Намного приличнее теперь выглядят и водосточные трубы. Есть дворы, где детские площадки и зеленые газоны вообще появились впервые. Прекрасные дома, хорошего качества ремонт. Трудились люди тщательно, мы наблюдали все это. И вокруг дома произошло обустройство. Вокруг отремонтированы и подъезды, и подходы, заасфальтированы дорожки. Сочи едва ли не единственный город России, который может похвастать такими глобальными преображениями. Кажется, еще ни один регион не выделял столько денег на благоустройство только одному городу. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.